электронный домофон на страже безопасности жителей. Не так давно был зафиксирован случай, когда доставщики принесли холодильник одному из жильцов, а вышли с лавочками, которые ТСЖ планировали установить летом во дворе. Преступников быстро нашли с помощью записи с камеры домофона. Их виновность была доказана. Еженедельно современные домофоны помогают предотвращать правонарушения. Безопасность двора и дома – это основное преимущество умного домофона. Однако современные технологии разрабатываются в том числе и для создания комфортной жизни. В Перми в пилотном проекте тестируется функция распознавания жителей дома. Домофон способен на расстоянии нескольких метров узнать собственника квартиры в лицо. Есть несколько пилотов, где эта камера помогает узнавать жителей этого дома в лицо. То есть она его видит, она его узнает. Если это действительно житель этого дома, то оно тоже автоматически пускает его внутрь. И не нужно искать ключи, ну или какие-то другие способы попадания в квартиру. Ну, не надо консьержу звонить, например. Для пользования современными системами домофона жители устанавливают на телефон приложение, которое открывает доступ к камере и возможность дистанционно открывать дверь. Приведу пример. Вы находитесь на работе, а дома только ребенок. Если в вашу квартиру позвонят, то приложение сообщит и покажет, кто пришел в гости. Более того, через телефон можно дистанционно открыть дверь домофона, даже находясь в другой стране. Роман Лобурец, Александр Королев, Ветта-24. Ваши вопросы и заявки по теме ЖКХ оставляйте в одноименном разделе на сайте ветта.тв.